мне надо вам сообщить, о чем с вами поговорить. Я не знаю, как объяснить это так, чтобы было понятно. Все идет к тому, что... Все идет к тому, что скоро Роскомнадзор, я Роскомнадзор, и вот я работаю дворником и прихожу домой, и в моей жизни ничего нет вообще интересного, ни... И еще вот у меня в 2018 году бросила девушка, и я до сих пор не могу прийти в себя после этого. Уже столько лет прошло, и в будущем это не изменится. Я принимаю антидепрессант, который у меня заканчивается. И временами подумываю часто о том, чтобы Роскомнадзор нужен. И... Причем я не поднимал на нее руку, я не курил, не пил тогда. Я не изменял ей, не изменял. Я чувствую себя абсолютно моя жизнь абсолютно разрушена. И нету даже, не предвидится ничего, то есть... Скоро и YouTube закроют в России. Я живу в Сибири, в России. И все закроют. Раньше хоть TikTok был, где я выкладывал свои творчества, рисунки. И теперь вообще его полностью заблокировали из-за сплитики некой. И тут появляется, значит, Фрэнк. Он вроде как из Австрии. Это мужик, он... И он каким-то почему-то, он, к удивлению, и к... Для меня это как бы рофл, и... Смешно, он восхищается то, что руки у меня большие там. Блин, я не могу просто... И я вот просто... Случайно взял вот так вот себе на фотографию, наложил образ Dungeon Master, то есть, и получился довольно органичный образ. То есть черная куртка такая латексная, борода, очки и кепка копа черная с черным козырьком. И получился весьма необычный образ такой, который я в него... И причем мне это реально идет, но в жизни я так никогда не одевался. И вот я хочу сделать, то есть приходить с работы домой и одевать вот эту куртку черную, кожаную, очки черные, кепку, ой, ну, как полицейскую шляпу, черную, ну, и снимать видос пока что для Фрэнка, как я его шлепаю, типа, ну, сейчас будет, конечно, пошлость звучать и какое-то извращение, да, скажете, отвращение. Я думаю, просто, не знаю, вот, знаешь, я где-то видел, слышал, что продают такая резиновая жопа, типа. И вот, типа, надо сделать надпись на ней, ну, наклейку. Наклеить бумажку «Фрэнк» и шлепать ее, допустим. И вот Фрэнку это будет нравиться, я просто так прогнозирую, ну. И затем... Короче, смотри, у меня выбор, либо... Ну, а я от этого рофл просто получаю, мне это смешно. То есть у меня нету к этому какого-то такого влечения, но просто смотри, в дальнейшем что будет. Либо я буду жить вот этой скучной жизнью, еще и в декабре YouTube забанят в Российской Федерации.
И я Роскомнадзорнусь. И все. Просто я умру, и больше ничего не будет. Все. Либо я начну вот в этом своем образе, с необычном образе, я шлепать резиновую жопу, да, ну, для примера. И это будет нравиться Фрэнку, а потом еще подтянутся какие-нибудь такие фанаты, блин. Я не знаю. Я буду стримы проводить, и им будет в этом образе, и им будет нравиться. А потом, возможно, появится какая-нибудь девушка, которая понравится вот такой вот образ, брутальный, не знаю. И тогда я не буду умирать, поканчивать с собой, я буду дальше жить. Если это кому-то будет нравиться, надеюсь, может быть, кому-нибудь понравится, тогда будет хоть что-то в жизни, помимо просто работы, дом, а дом, где мама ругает и, ну, уже стареет и больная, еще и просто все забанили, ТикТок забанили, все забанили, Инстаграм, там это все, еще Ютуб забанят, еще и танки, даже танки забанят, мир танков, то есть уберут. Потому что разработчики мира танков уехали из Белоруссии, от Лукашенко сбежали в Прибалтику. То есть ты только вдумайся. Это просто ничего вообще не будет, все. А так хоть это, хоть что-то будет. И моя жизнь разрушена, в ней ничего не будет. Я персона нон грата для библиотек. Знаешь почему? Потому что я зашел в библиотеку, ну, много лет назад. И там какая-то тетка охуевшая стала на меня въебываться просто. Вот так, на эмоциях. Я что-то в ответ, типа, ну так, скромно сказал. И это шокировало, потому что я, типа, такой скромный, забитый, молчаливый, что-то в ответ ее, типа, заткнул. Без мат, без всего. И все. И там еще евреи заправляют в библиотеках. Там я захожу в библиотеку, он заходил как-то давно, предлагал, ну, можно мастер-класс или там поэтическое чтение. А там еврейка выходит, говорит: «Ах, Саша, нет, еще знает меня откуда-то». Ну, потому что они все рассказали друг другу про меня, что я городской сумасшедший, там все такое. То есть моя жизнь разрушена. Меня ничего не ждет, кроме того, что я с 9 этажа. Еще и помимо этого, перед этим я должен кое-кого там, кто меня зрения лишил. То есть ничего хорошего не ждет вообще. А это наоборот, как бы позитив, творчество, хоть какая-то душа, хоть что-то. И это понравится вам. По меньшей мере, это смешно будет, что я буду в таком образе. Причем я буду реально круто выглядеть так. Поза изменится, все такое. То есть я стану крутым, брутальным мачо, который наказывает меня. Вы будете скидывать там имя и говорить: «Накажи меня», и я буду клеить имя. И буду наказывать, блядь. Это ж охуеть просто. Там можно так развернуться. Там это... Я только сейчас предугадываю, а что можно там развернуться, как это вообще охуеть. И это никому не вредит. Фрэнку это, наоборот, нравится. И... Надеюсь, вы прошу вас отнестись с пониманием. Ладно, мне сейчас работать надо, я устал.